Всем привет! И наконец-то у нас крупное обновление для Hello Neighbor. Как видите, у них изменился интерфейс, начальный экран. Теперь мы можем выбрать какую-то историю и прыжок to action. Короче, я даже не знаю, давайте, наверное, для начала the story. Погнали. Так, что же нас тут ждет в этот раз? Ну, как обычно, водителя нет. У нас... А, нет, руки наши появились. Смотрите, смотрите, у нас теперь другой дом. Наконец-то у нас какой-то большой дом, а не одна комната. Так. Уху! Ой, у нас персонаж другой. У нас ноги есть, кстати, я вот не помнил этого момента. Оп. И погнали, переносим коробочки. Так, get inside, move stuff inside. Ну, давайте, погнали, все как обычно, короче. Кто тут взял стол? Так, ну погнали, как... Так, как там? F. Нет? Не F? Как брать предмет? Вау. Ладно, давайте в дом зайдем для начала. Мне кажется, самый оптимальный вариант. Тут еще ничего не работает. Тут тоже... the key is under the stone by the mailbox. Так, что-то там... Ключ где-то там находится под камнем. Да, вот он. Ух ты, ё-моё. Вон наш ключ, а мы в нее будем кидаться. Так, давайте, hold, по-моему, левой кнопкой мыши, да, ава. Ай, ай, I'm really sorry. Так, кстати, надо держать теперь Е, чтобы он взял. Хорошо, открываем, отлично. Это что мы... Ух, ничего себе, мы сильные. Ладно, как оказалось, нифига мы не сильные. Ну, смотрите, мне нравится вот эта новая локация, это достаточно... Класс, мы в багажнике везли только один лом, почему мы сели-то? Лол. О, взяли, хорошо. Смотрите, новая локация, новые дома. А смотрела, что у нас классный дом. Так, ну погнали, что нас тут ждет? А, ой-ой-ой. Возьми его. Хорошо, так, давайте. Оп, 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 оп. Ща мы откроем. И вот он, последний. Ой. Там, там, та-та-та-там. Вау! О, мы теперь можем подглядывать. Слушайте, вот это я понимаю обновление. Вроде всего одно, но зато какое. Ого-го. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Посмотрите, какой у нас дом. Он же гигантский. Наконец-то. Нормальный дом. Так, я думаю, нам надо его как-то украсить. Да, все, конечно, поломано, разломано, но ничего. Отремонтировать мы это не можем, да? Ну ладно. Свет у нас есть вообще-то? А света нет? Света-то нет? Я думаю, где-то тут включается. Да, конечно. В холодильнике, кстати, пусто. Как обычно. Так, ладненько. Я думаю, нам, как обычно, нужно распаковаться. Так что взяли все и понесли внутрь. Надо было с ящиками зайти, вот так вот. Ну давай, давай, посмотри, может тебе так от этого лучше станет. Ну что тут у нас? И? О нет! Что произошло? Неужели это конец? Вау. А нет. Что за черт? Он нас закрыл? Вот черт. А мы играем вообще за какого-то пацана? Ой, что это за крики-то? Блин, что там происходит? Он нас заметил? Не-не-не, он нас не заметил. Нет-нет-нет-нет. Hold shift to run. Это наш дом. Это же наш дом?
Да, это наш дом. Ты что делаешь в нашем доме-то? Блин, тихо, 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 тихо. Сейчас он сзади будет. Сейчас он по-любому будет сзади. Давайте так. Оп, заглянули. Ух, ё-моё. Я думаю, вот эту мелодию надо запомнить. Типа тун, 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 тун. Все, запомнили. Ой, нет, 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 вам вы ничего не слышали. Спрятались, все тихо. Ух ты, ё-моё. Вау, вот это обновление, вот супер. Как сесть? А, мы ее не можем не держать. Так, спокойно. 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 Нет. Что случилось? Что происходит? Так, нужно быть осторожнее в этот раз. Так, давайте посмотрим, что тут написано-то. Lost found. А что это он нашел? Что это он? Наш ящик нашел? Камера? Где-то тут по-любому есть опять камера. Так, теперь мы можем наконец-то заглядывать. Это очень классно. Блин, он встает. Так, давайте тихонечко. Очень хорошо. Какой-то очаг горит в доме моем. Оп, что тут лежит? Тут лежит фонарик. Фонарик нам нужен? Ну, пусть будет. Хуже от него точно не станет. Так, давайте. А! О, можно отсюда спрятаться. Хорошо. О, вот он, смотрите, а? Иди отсюда. Так, тихонько, тихонько. Нет, 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 даже не думаю. Да-да-да, иди смотри, что там происходит в мире. Уходи и не возвращайся. Сосед какой-то стал не такой крутой, как раньше, если честно. О, блин! Да он же дикий! Вы видели, что он сделал? Офигеть. Так, ладно, он нас видит уже через окна, мне вот интересно. Интересен такой вопрос. Ого. Надо это открутить будет. Ага, смотрите, вот его гараж. У него там лом лежит, нам именно лом сейчас и нужен. Так, где там счетчик? А, нам, смотрите, нам надо найти сначала ключ для того, чтобы войти к нему. Да иди нафиг от меня, больной, блин! Быстрее! А где мы живем-то? Это наш дом? Лол! Это же наш дом! Все, звоним в полицию. Вали отсюда! Да, то, что он стал видеть через эти, через окна, это, конечно, как бы плюс большой. Но в то же время и минус. Нужно быть еще осторожнее. В смысле, мы даже, собственно, блин, чердак попасть не можем. Офигеть. Ладно, ну давайте погнали. Че, у нас выбора-то нет. Так, надо ему все подключать. Тихо, 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 тихо. Вы же больной какой. Иди нафиг. Не-н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 е. Даже не думай. Офигеть. Офигеть, просто можно. Давай, заходи, блин, чтоб в дверь зайти не можешь. Хорошо, хорошо. Так, давайте, если он сам себе все окна переломает, это будет для нас большой плюс. Слушайте, а может у него что-то в машине есть? Как там открыть дверь? Давай, садись и поехали. Так, ведро, ведро нам надо, ведро нам не надо, счетчик. Все, отлично.
Смотрите, мы по идее можем так сделать. То есть мы сейчас возьмем, как нам взять эти ящики. Оп. Оп. Что-то было. Спокойно. Так, давайте. Сейчас мы, короче, себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, нет, 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 нет. Нет, 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 даже не думай. Ага, давай, давай, побегаем, побегаем, отлично. Ладно, это потом будем включать или выключать. Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. И шкаф спрятал. А, блин! Ох, черт! Ладно, ладно, сосед. Давайте ему позвоним. Вы слышите? Ладно, отдыхай. Мы пока тут все изучим. Так, смотрите, нам... Это его тень была? Это что такое? Что это за... Тут, походу, какой-то... Вау! Нам, по идее, надо будет сломать эту стену. Как-то. Не-не-не, тут не... Тут ничего нет. У нас так фонарик торчит беспалевно. Ну ладно, давайте подождем. Фух. Да, что же у него в этом подвале-то происходит? Эти звуки, конечно. Вау! Тихо-т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 ихо. Блин! Нам надо попасть вот в эту комнатку. Блин! Да почему он может ломать окна, а я нет? Читер. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ну, вот сюда давайте. Не смогли убежать. Ну ладно, что у него окна? Нет, не разбито, серьезно. Давайте прямо его разбить. Так, тихо. Опа-на. Смотрите, тут что-то еще есть. Чего она не работает? Да ты надоело уже так делать. А колесо где? Вот колесо. Походу, у нас где-то камера опять. А, нет, 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 да, блин, что ж такое? Ладно, ладно, предположим. Это, конечно, все очень-очень интересно. Давайте посмотрим, что здесь. У меня какой-то генератор стоит. Его пойдет. Мы даже его смогли включить. Не знаю зачем. Сам вряд ли, да, пролезет. Ну окей. Тут нам нужен. Нужна какая-то отвертка и ключик. Где оба? Так, смотрите, у него ключ на этой фигне, как она называется, на штанах. Нам его надо стрельнуть. Для этого нам нужно подождать, пока он уснет. Так, давайте мы для начала все окна разбиваем.
как-то такой подход к вещам пока лучше всех помогал. Вот, таблетки. Куда эти таблетки-то запихнуть? Вообще, что он ест? Давайте посмотрим в бинокль, что он ест. А у нас есть бинокль? Лол. Ха-ха. Смотрите, что это за читер, если он через забор, блин, бегает. Сквозь забор прибежал, вот гад. Hold, shift, run. О, да, мы это уже знаем. Sleeping pills. Надо понять, как оно работает. Я думаю, сейчас у нас все получится. Итак, ну что ж, погнали. Так, смотри, для начала, я думаю, нам стоит... Вот гад. Для начала нам стоит к нему пробраться в дом и зайти на кухню. Я думаю, там мы сможем куда-то их подсыпать. Еще лучше, если бы он вообще лег спать. Мне кажется, он хочет спать. Просто он не признается. Давайте побежали. Нас не видно, нас не видно. Очень хорошо. Давайте, пошли. Вперед. Так, главное, тихо. Заходим и все, мы отключаем. Все, свет ему больше в доме не нужен. А, блин! Нет, даже не думай. Вы понимаете, где мы взяли? Ничего мы не взяли. Где мы взяли? Иди нафиг. Щух! Ну ничего. Сейчас надо у него украсть ключик. И все будет хорошо. Да, ну погнали. Нам надо сделать так, чтобы он пошел спать. Как это сделать? Хрен его знает, если честно. О! Вот! Давай, пошел. Ура, мы сделали это. У нас теперь есть... Так, ключ, я думаю, нам уже не нужен. У нас есть отмычка. Самое главное, отмычка, лом. Что тут еще есть? Ящик с инструментами. Что, он пустой? Ой. Да, он пустой, походу, все-таки. Какой-то... Нафига ему это вообще надо? Ну что, эксперименты ставят над людьми? Он пошел в туалет, очень хорошо. Так, смотри, что мы там... Давайте спрячемся. Мы взяли лом. Мы взяли отмычку. Не-не-не-не-не-не-не. Теперь мы можем попасть ему в гараж. Кстати, мы к нам тоже можем дойти. Тю, к нему. Так это наш, блин, этот сарай. Что ты укаешь? Иди отсюда. Оп. Хорошо. Так, вот это что такое, я до сих пор так и не понял. Ну да ладно. И, наконец-то, ружье. О, гаечный ключ. И ружье. Ружье, я не знаю, мы будем по нему стрелять. Давайте попробуем в любом случае. Так, гаечный ключ, понятно уже, куда идет. Вот сюда. Но нам нужна еще отвертка. Так, а теперь давайте по соседу будем стрелять. Иди сюда. Где он там? О, вон он. А, ты что сделал? Так, смотрите, у нас есть лом, есть такая фигня, есть ключ. Ключ нужен нам, думаю, нет. Нам нужна отвертка. Вот. Ё-моё. Тут что, нет ни отвертки, ничего? Да ты что сделал?
нет. Лол, мы все сломали. Так, давайте посмотрим, где он там. О, отлично, вот он пошел. И... Давай. Давай. Блин, что-то еще надо сделать. Надо что-то сказать, наверное, я не знаю. Так, это телевизор. Давайте на кухню. Ванну. А зачем нам ванна? Нам нужен этот. Как он называется? Нам нужна отвертка. Блин, нет, прятаться нам пока не надо. А где же здесь отвертку можно найти? И правда, где можно найти отвертку? В его доме. Но в его доме где угодно, я думаю, даже в холодильнике мы ее сможем найти. Гаечный ключ, еще один. Фонарик. Это что такое? Тарелки. Это шкафчик. Так, давайте быстренько все исследуем. Ну ничего, давайте. Ботинок. Все, наконец. Прячься! Прячься! Паскудство. Не спрятались. Хм. Где же может быть отвертка? Прям вот. А ну, смотри, давайте эту фигню откроем. И вот эту активируем. О, активировали. Что нам это дало, фиг его знает, наверху, по идее, что. А ну, смотрите. Нет. Вообще фиг его знает. Что произошло, у нас камера только что засекла. Тю! Давай, ползи. Все, отлично, смотрите. Так, класс, мы сюда залезли, а зачем? А, вон дырка. Ай. Так, стоп, как нам туда вообще залезть-то? И не упасть. Ай! Давай, ну вы что, шутите? О, отлично. К нам попал метеорит. Смотри, что у нас тут. Так, давайте выкинем, что выкинем? Давайте ключ выкинем, но он нам больше не нужен. Вот эта фигня нам... О, карточка, все! Вугэгэ. Так, ваза нам не нужна, что у нас вообще? Давайте посмотрим, что в этой двери. Она закрыта? А, стоп, так у нас же есть какой-то ключ. Давайте выкинем вот эту фигню. Я думаю, нам она не нужна. Если что, мы на кухне сможем ее найти. Где-то это замок тут. Давайте разберем окно. Он явно не собирается сюда идти. Ну, нет, так нет. Теперь нам надо, чтобы он... Чтобы он ушел. Не-не-не-не-не. Нет. Даже не думай. Нет. Однозначно нет. Так, ладно, у нас есть карточка. Вот с помощью этой карточки мы сможем попасть в подвал. Слушайте, он зарядку делает, лол. Давайте мы его обойдем. Ладно, плохая была идея. А, нет, все. Ты что, иди отсюда. Все. Дорога это как твоя грань меж мирами. Ты не пройдешь! Так, ну что? Отлично, он ушел. Давайте. Подошел, посмотрел.
Это что было? Ладно, давайте еще раз посмотрим. О, вот, смотрите, смотрите, он уходит. Так, главное, спокойствие, только спокойствие. Оп. Давай, дверь закрывай. Карточку вставляй. Нет, почему она не вставляется? Лол. Что это? Что это? Так, у нас есть ружье. Я думаю, оно нам понадобится. Блин, надо было фонарь. Что такое? Мишка? Все, теперь это мой медведь. Манекен, кроватка, а вот дверь. Вау, это было неожиданно. Hello, neighbor, game.com. Что, все? И чё? Ну? Вау! Может быть, надо нажимать на кнопки какой-то последовательности? Типа... Та... Нет, это не может быть конец! Нет! А походу, это конец. Ладно, на этом, я думаю, все. Там есть еще один режим, мы в него обязательно поиграем. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, всем удачи и пока! До скорых встреч!